Хмурое пятничное утро и моросящий дождь не стали помехами для проведения первого субботника в ДДТ. Здесь собрался дружный коллектив сотрудников. Задача – убрать весь накопившийся мусор после зимы. Сегодня у нас такой массовый, первый долгожданный субботник после зимы. И, наверное, это добрая традиция во дворце, потому что мы всегда выходим всеми сотрудниками. Вот сегодня у нас на субботнике присутствует более 150 человек. То есть мы убираем нашу территорию, прилегающую территорию, потому что мы находимся в центре. Это лицо города, наверное, нашего чистого города. Поэтому мы обязательно просто обязаны поддерживать эти традиции и соблюдать, вот, наверное, правила нашего города. За короткие сроки сотрудники ДДТ убрали территорию от влажных веток, бутылок и прочего мусора. По мнению работников, подобные субботники помогают сохранить Ставрополю статус одного из самых благоустроенных и чистых городов в России. Вы знаете, это еще Антуан де Сент-Экзюпери в своей книге «Маленький принц» сказал: «Встав поутру, убери свою планету». Почему-то люди склонны думать, что их ответственность заканчивается дверями их квартиры там, или границами их участка. Это неправильно. Я считаю, что нужно наводить порядок везде, где ты присутствуешь. И вот сегодняшний день – это очень хорошая возможность сделать наш город немножечко красивее, нашу страну немножечко наряднее, поднять себе настроение и сделать что-то хорошее, что зарядит тебя бодростью на целый день и, может быть, даже на целый год. Мы собираемся, знаете, достаточно часто, потому что действительно это очень важное мероприятие, потому что дворец – это наш дом, а в доме, чтобы была гармония, чтобы был порядок, что нужно делать? Конечно, прибираться. Так и мы стараемся очень часто прибирать нашу общую домовую, так скажем, территорию, облагораживать ее, чтобы у нас был порядок, чистота, красота, уют и гармония, чтобы у нас царила здесь. Мероприятие стало одним из первых в этом году и дало старт массовым весенним субботником. Присоединиться к ним может любой желающий. Для этого достаточно выйти на улицу и начать уборку на территории своего двора. Никита Лукьянченко и Вячеслав Юшкевич, АТВ Ставрополь.